Итоги форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха подводят в 17-й раз. И если раньше за главный приз боролись исключительно российские парки, то теперь «Хрустальное колесо» знают во всем мире. Конкурс проходит по 19 номинациям. Это лучшие открытые и крытые парки, аттракционы и мероприятия. Также жюри выбирают самого креативного руководителя в индустрии развлечений. В этом году им стал владелец сочинских дельфинариев, зоопарков и развлекательно-образовательных комплексов. И выставок предприниматель Давид Сагаян. Мы приглашаем на сцену генерального директора сочинских дельфинариев, зоопарков и развлекательно-образовательных комплексов и выставок Давида Томасовича Сагаяна. Ваши аплодисменты, друзья! Это значит признание, значит то, что мы действительно кому-то нужны. И это стимул для дальнейшего развития, для того, чтобы дальше придумывать что-то интересное, облагораживать наш край развлечениями, разными развлекательными парками, центрами, животными и без, неважно. Главное все это делать, так как город-курорт, и на самом деле это очень важно, это очень большая составляющая курорта, это развлечение. Не только развитие сферы развлечений на курорте заботит Давида Сагаяна. Большое внимание он и его коллектив уделяют проектам по оздоровлению и развитию детей с физическими ограничениями. Дельфина и иппотерапия уже дают хорошие результаты, а недавно открылся коррекционный центр. Очень правильно развиваться именно в этом направлении. И конкурс высвечивает те направления, которые будут актуальны в будущем. Не только на сегодняшний день, но и в будущем. И, естественно, популяризирует эти направления и популяризирует нашу отрасль. Ежегодно Краснодарский край в числе победителей международного конкурса. Несколько раз главную награду получал парк «Ривьера». В этом году «Хрустальное колесо» в пятый раз достается самому крупному и первому тематическому парку в России – Сочи-парку. А это значит, что индустрия развлечений и отдыха на курорте на высшем уровне. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».